Доброе утро. Ты пингвинчик, Рома, номер два. О. Надо лететь за картой. И, кстати, ребята, Бак, смотрите, если на этой космотачке поворачиваться, а потом выйти, то будет вот это. Да? Ты завтракать будешь, космобак? Помогите! Завтракать будешь? Что тебе? Ну, что, пять. Что будешь? Ладно, давайте полетим, ребята. Ладно, ребята. Да. Вот это на вертолете улетать. Полетели. Там еще Егор снимать видео. Так что... Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Здесь, кстати, главный канал называется Егор Шмик 5. Как же выйти из этого? Я сейчас упаду, помогите! Надо быстрее. Что будет, если монстра замуровать? А где он? Горик, дайте Костю скажу. Что? На новых картах монстры не проходят через предметы, а на старых проходят. Ладно, на их предметы это как будто бы... Я буду строить себе домик. Я себе домик буду строить. Так, уже дверь выбрать мне. Какую? На карте. А какую мне выбрать дверь? Какую, Ром? Сначала хаос Z. Все становятся умными. Как раз большая. Хватит. Вам не кажется, они становятся умными. Открываем. Заходим. Но я нашел баг. Это еще баг. Вот еще было вот это, надеть носка. Так. Обустраиваемся. Так, что? О, давай что-то его. Вот. Кстати. Как вот тут? Ай! Думаю, что я твой напрыг. Какой например, вот он все нравится. Вот мне, да, деть носка. И вот это. Так. Нет, давайте приведем мою любимую чикенсу. Мяу. Так. Нет, нет, надо. Смотрите. Он сейчас полезет туда, где лестница. Так. Сейчас полезет на лестницу бежать. Да, не умею. Что? Так. Они умеют боками ходить боком. А камеру. А что тебе надо? Так. Ну ты уже. Сожгись. Ставим. Телевизор. А мне домой. Ставим. Ладно. Сейчас подержим гибло. Где два? А этого я уже еще не дам. Не убил. Только скрючикин призываю. А интересно, он тоже будет умным? А скрючикин призываю. Ребят, надеюсь, он тоже будет умным, а не то. Так. А здесь он будет умным. Вот я здесь встал. Так. Он должен будет прийти оттуда. Снимаем. Он... Да? Так. Он бежит на лестницу. Он умный. Что за... Тут все умные. Кстати, я нашел бага. Его еще можно будет найти, да, на видношка. Ладно, бежимец, короче, шесть. Ты мне забыл салона вот эта вот штучка. А как-нибудь тебя может передвинуть? Ну, хотел он. Ну, штуку-то может передвинуть.
О, Хоги. Хоги, Уги. Хагис. Хагис, Брагис. Скейр Чикен 666. Вот куда он делся. Из лабиринта. Вот откуда он делся из лабиринта. Хоги. Скейр Чикен. Вот он куда его. Вот куда он сейчас. Он к нам в инвентарь прибежал. Скэри Чикен. Сирена. Сиреноголовый. А! Не ри! Не ри! Не ри, тварь! Скэри Чикен. Все убил. Как только бросить доску, убить 6 мобов. Ой. Да? Бросаем доску. Бросили. Доску. Как только убить мобов. Не надо. Надо у домика строить. Ну это близко. О! Надо убить 6 мобов. Это, конечно же, будут... Кажется, что за... Почему он повернулся? Вот его здесь. Ладно, вот здесь. Я умер. Самое первое обновление и самое первое... Это самое мощное, самое мощное оружие, это вроде винтовка. Ну и такие вот военные калашки. А ну сейчас у нас есть вот такие вот оружия всякие мощные, прям как винтовка, которая обогащает. Два моба убита. Третий моб. Уги! Уги побежал меня убивать. Уже третий. Уги. Уже четвертый. Что за хрень? Это четвертый. Ребята, Призывайся! Она просто вылетела, поэтому я оказался опять там. Ну, призывайся, боится 0-1. Призывайся, призывайся. Я хочу быстрее. Здесь у меня с вот этим вот ничего не будет происходить, как в том видео, так, которое я уже удалил. Потому что там не было звука. Скэр-чикен не бывает. Часто скэр-чикен не бывает, оказалось. Если там здесь не будет звука, то я его тоже удалю. Тоже. Эх, я тоже хочу себе такой баг. Это не баг, а чит. Да, чит такой хочу. Ладно, я поехал на трактор. Нет, Егор тоже может себе такой же щит. Ой! Ааа! Туф! Ай! Ладно, поехали. Добро, ну что? Ой! Пыщ! Ну что мы делаем? Что делать? Я сейчас телефоны отберу. У нас? Да. Я не отберу, только завтракал. Это как работает? Получил отбираю я телефон. Меня делает. Я хочу телефон собрать, ребята. Умурчел, я отбираю телефон. Все. Ладно, конец видео. Пошли.